Казахстанские живописцы покоряют горы. В поисках вдохновения они взобрались на вершины Алтая. На востоке страны в рамках программы «Рухани Жангыру» проходит республиканский пленэр художников. В развернутом на природе творческой мастерской побывал мой коллега Вячеслав Ветлугин. У подножья Рудного Алтая, расставив мольберты, выбрав нужный ракурс, композицию для будущих картин подбирают лучшие художники страны, побывавшие на трех континентах. Мастер исторических полотен Ерлан Айтуаров в Восточном Казахстане ищет артефакты от тюркской цивилизации. Это колыбель нашей этой культуры, цивилизации. Вот так, если исторически рассматривать этот аспект. Они горы сюда притягивают. Весь ученый мир притягивает людей. Все кажется, через горы какой-то в портал попасть можно, в какой-то там иной мир, что ли. Это мечта человека, и она всегда нас терзает. Автор монумента «Казак Ели» профессор Сембигали Смагулов в горах Востока заряжается вдохновением. В ближайшие годы художник планирует оформить иллюстрации для казахских народных сказок. Это кислород для творчества. Допустим, художник хоть в каком бы направлении ни работал, он ежегодно должен выходить на природу. А художник только совершает акт. Вот эту природу он через себя пропускает. Творческую мастерскую на природе посетят и начинающие живописцы. Для них организуют мастер-классы, а написанные здесь картины пополнят фонд региональных музеев. Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин и Роман Родионов, Усть-Каменогорск, Хабар-24.